Законодатели предложили построить в Бишкеке остановки нового типа. Такой способ защитить граждан от холодов сегодня предложил депутат Марлен Маматалиев. По мнению народного избранника, остановки должны быть закрытыми. Средства на их строительство могли бы дать спонсоры, чья реклама впоследствии была бы размещена на этих точках. В счет рекламы. Из-за похолодания общественный транспорт начал ходить с перебоями. Люди очень долго стоят на остановках. Там и дети, и старики. Я предлагаю построить в Бишкеке остановки нового типа, стеклянные. Пусть это будет даже пилотный проект. В таких остановках зимой тепло, а летом прохладно. Такие остановки нового типа можно построить за счет компаний, чья реклама сегодня там и висит. Вопрос обслуживания можно также решить таким образом. Можно установить терминалы разных компаний и за счет аренды решить вопрос финансирования обслуживания. При строительстве дорог законодатели предлагают выделить также отдельную линию для спецтранспорта. Нередко из-за транспортного коллапса скорая помощь и пожарная не успевают приехать на место ЧП вовремя. Кстати, проблему заторов на дорогах народные избранники тоже предлагают решить радикально. Для этого можно было бы ввести одностороннее движение по центральным улицам столицы. В городе транспортный коллапс. Каждый день тем, кто живет в микрорайонах, приходится тратить не менее 3 часов на дорогу. 1,5 часа утром и столько же вечером. Почему мы должны столько времени сидеть в маршрутках или машинах? Мэр не справляется с ситуацией. Значит, надо создать рабочую группу и как-то решить вопрос. Например, можно в час пик все движение пускать в одном направлении. Утром из микрорайонов в центр, а вечером обратно. Комиссию парламентарии предлагают создать и по поводу дорог республиканского значения. Качество работ вызывает сомнения как у депутатов, так и у простых автолюбителей. Поэтому, по мнению парламентариев, необходимо проверить работу подрядчиков и курирующих эти вопросы организаций. До августа медленно продвигались работы на автодороге Бишкек-Карабалта. Закончится ли ремонт в срок или нет? Есть вопросы по качеству асфальта. Водители говорят, что старый асфальт был ровнее, чем тот, который положили сейчас. Правительство должно рассмотреть этот вопрос. Надо создать комиссию и проверить качество асфальта. В рамках заседания парламентарии подняли и ряд других вопросов, таких как возвращение Министерства по делам молодежи, проблемы получения инвестиций и другие. Все свои предложения народные избранники направили в кабинет министров. Игорь Потанин, Асхат Ибраимов, НТС.